Очередной пожар в курортной зоне Одессы. Сгорела пиццерия на пляже Аркадия возле популярного ночного клуба «Ибица». Клуб не пострадал, а вот пиццерия уничтожена практически полностью. Посетителей соседних баров и ресторанов пришлось эвакуировать из-за сильного задымления и угрозы распространения огня. По какой причине произошло возгорание, специалистам пока неизвестно. А вот очевидцы рассказывают, сначала в пиццерии что-то взорвалось, и уже потом оттуда повалил дым. По прибуттю в Лавил, на що горить літня площадка, загиблих пострадавших немає, причини пожежі встановлюються. Стоит отметить, что за последнюю неделю это уже третий масштабный пожар в курортной Одессе. Минувший понедельник огонь уничтожил ресторан «Хуторок» на пляже Ланжерон. В выходные сгорел клуб «Пляжник». Там, уверяют пожарные, причиной стала неисправная электропроводка. Впрочем, активисты считают, что череда пожаров не случайность, а передел пляжного бизнеса.